Андрюш. А я-то думаю, что это Томас так в кухню рвется, прямо мяукает, меня разбудил. А тут так вкусно пахнет. Так я бульон куриный варю. Вот. Не зря, не зря. У тебя сегодня будет на завтрак куриный бульончик. Может, лучше у Томаса? С вареным луком. Вот я вижу. С очистками сельдерея, видишь, вот. Как аппетитно. Будет так. Такой тебе бульончик. И вон даже морковочка, смотри, у меня на дне. Морковочка на дне даже. Вижу. Здесь, видишь? Илюшенька, налей мне чайку тогда. Нечищенный лучок. Что-то меня не очень вдохновляет этот рисунок. Давай лучше бульончик я тебе налью. Нет, давай лучше чайку. Попьешь бульончик. Давай чайку лучше. А я вот люблю пить бульон. С утра? Ну, не с утра, может быть и с утра. Значит, мне немножко туда перчика свежемолотого. Свежемолотого перчика, соли немножко, ну так, чтобы солененько было. Я люблю так выпить, бывает, бульончик. Но это в трудные моменты жизни, наверное, да? Ну, почему же, нет. Нет, и так просто. Ну, какой-то у тебя такой своеобразный вкус, как у каждого профессионала. У поваров уже своеобразный вкус, да? Они же не любят то, что все любят. Да, почему? Повара нормальные парни. Любят. То же самое? Повара любят, как все. Если бы ты как все был... Тебя бы здесь не было, я думаю. Да я вот и хотел, а ты мне сказал, старик, но только не ты. Ну, ты не как все. Старик отметается, останется, но только не ты, ты не как все. Хорошо сказала? Да, спасибо. Илюш, нет, я хотела спросить, вот из-за того, что ты каждый день готовишь, каждый день пробуешь еду, твои собственные какие-то пристрастия кулинарные не меняются? Может, ты уже теперь любишь вот только какие-то простые вещи совершенно? Да по-всякому. Или вообще кушать перестают? Сегодня что-то простое, завтра что-то сложное. Да нет, это все как у всех нормальных людей. То есть повар тоже человек? Конечно. А есть повара-обжоры? Я не встречал. Вот видишь, значит, все-таки. Потому что в этом смысле у поваров возникает некоторая сдержанность в еде. А иначе их... Потому что все время еда, и один вид еды уже может тебя в некотором роде насыщать. У нас же еда все время... Перед глазами, перед глазами, вот так туда-сюда. Ну, ты знаешь, худеньких поваров, вот кроме тебя, ни одного не встречаю. Разве я худенький? Ты чудесный. Для меня ты самый стройный. Ну, спасибо тебе, дорогая. Ну, ты знаешь, для твоего уровня, по-моему, поварского, я, может, конечно, чего-то не понимаю, но мне кажется, что для твоего уровня ты очень в форме. Я не имею в виду вот это желтенькими пуговичками твою любимую. А во всем остальном так просто. Для твоего, Илюша, интеллектуального уровня ты очень нормальный. Не, ну сколько я видела вот таких, они, ну твои коллеги, помнишь, мы собирались? Ой, ну, просто огромные люди. Огромные. А жены у них такие все маленькие-маленькие, щупленькие такие. Огромные люди. Не доедают? Не кормят, их не доедают, да. Да. Вот смотри. Вижу. Это он. Это он, сельдерей. Это сельдерей. Так. Что сегодня будет-то? Я что-то смотреть-то я смотрю, только я ничего не понимаю. А я тебе не скажу. Бульон. Тут действительно с какими-то корками. А вот эти вот корочки, видишь, я, это же чистейший сельдерей, он же вымыт да. Лучше, чем я. И вот ну, их надо всегда в бульон. Ну, знаешь, в этом смысле ты имеешь преимущество перед сельдереем в моих глазах. Что-то меня это не возбуждает ни капли. Я ума не приложу. У меня лук здесь не очищенный лежит, бульоне вымытый тоже. Так, Илюша... Ну давай же ты как-то меня... Ты меня как-то давай, вот я не знаю. Люби, я не знаю как-то. Ну вот что-нибудь уже придумай. Чтобы что? Что это за грубое... Ну как-то, чтобы представить эту свою грубую какую-то крестьянскую, не знаю. Хочешь кусочек сельдерея сырого съесть? Это чтобы я помолчала? Конечно. Молодец. Я пойду к Томасу тогда. Да не ходи. Да не надо. Да постой уж, душенька, здесь со мной с утреца. Да, ну вот не смотреть... так хорошо, когда ты здесь. А мне тоже хочется, чтобы было хорошо, когда я здесь. Ну, можешь пенку, например, снять у бульона, тебе будет так хорошо тогда. Ой, повар, повар. Вот иногда ты гений, а иногда просто повар. Я сегодня, когда ты поешь этот суп, который я сделал, я снова буду гений. Да? Я тебе уверяю. И вот. Ты очень пожалеешь о своих словах. Ну дай кусочек сельдерея. Тогда... Ты чуть не обидела с утра повара. Я похрумкаю. Повар, не надо есть сырой сельдерей. Не надо? А! Так это был подвох. Ух ты. Ты видишь, что я делаю уже? Да я вижу, что ты собираешься что-то там сельдерей. Термически обработать сельдерей. Я жарю немножко, грею с маслом лук репчатый. Угу. Сельдерей. Так.
И вот это. Ой, я люблю как фенхель. Боже, боже. Ты узнала, что это фенхель? Да. Ты продвинутый пользователь. С тобой станешь продвинутый. Ты мой продвинутый пользователь. Я твой продвинутый пользователь, это точно. Так, и фенхель туда же. Это все называется коренья? Коренья? Ну, собственно, хочешь, пусть называется коренья. Нет, а как ты хочешь? Вот в твоей книжке это как? Я называю это лучок, сельдерей и фенхель. По именам всех помнишь. Ну, ладно. И я так приучусь. Вот как они сейчас немножко погреются тут с маслицем. Я же с умыслом. Я-то думаешь, просто вот так мне... Вот, мне, конечно, интересно смотреть, что ты делаешь. Но я же должна запомнить. Я же должна запомнить рецепт твой. Потому что меня потом будут пытать. Добрые подружки. Что-то ты тут мне делал. Подружки. Ну что он тебе там на завтрак готовил? И приходится тут выкладывать. Вот суп на завтрак. Никогда не рассказывай, что я тебе готовлю на ужин. Только про завтрак можешь. Я вот так и да, и сосредоточиваюсь на завтраке. Но мне попробуй запомни. Не понимаю, что ты собираешься делать. Не понимаю. Груша. Это груша, это кусочек груши. Уже сейчас, пока тебя не было, попробовал. Хорошая очень груша. Ну вот я все-таки, я не ошиблась в тебе. Я знала, что будет что-то такое оригинальное. Попробуй грушу, и какая она вкусная. Мне дадут самый вкусный кусочек. Спелая, чудесная. Она ароматная, главное, ароматная? Правда? Очень. Это что, в суп пойдет тоже? Да. Не верю, не верю. Здесь я не шучу, в суп не пойдет. Не шутишь? Грушу туда? Да, это уже не коренья. Сейчас, начинаю чуть-чуть это все. Удивляться. Вот оно потомилось немножко с маслицем. Видишь, корочки здесь нету. Корочки да. Нету, не надо. Просто потомилось. Притомили мы немножко эту штуковинку. И все-таки груша. Вот ее судьба меня очень интересует. На ближайшие полчаса. Теперь... Дорогуша. Дорогуша, ты меня как курочку назвал, прям эта курочка. Дорогуша. Дорогуша, сейчас пойдет груша. Ого, да вы поэт. Я, в принципе, знала это. Вот сейчас. Вот сейчас? А, ты туда бульончиков добавляешь. Этот прием мне известен. Вот тут я не удивляюсь. Первый раз в жизни я такое вижу. А вот почему ты не называл это кореньями. Потому что ты знал про грушу. Да. А уж грушу так кореньем никак. Надо скушать. Надо скушать. Вот, видишь? Да уж. Илюш, ну расскажи мне, что там груша? Как она должна себя вести? Ради чего ты ее туда запихнул? Ну, портится груша у тебя, смотрю, думаю, надо грушу использовать. Мне кажется, что будет хорошая комбинация сельдерей, фенхель, груша. А вот какая страна? Или ты сам придумал? Ну, это не страна, это какие-то бредовые фантазии. Ильи Лазарсона гениального? Ну, где-то я читал о чем-то подобном. Но это твой микс, ты с твоей головы, да? Ну, конечно. О! Потому что, честно говоря, сначала я подумала, что будет, когда ты вот начал вот так вот, я по опыту уже думаю, что-то, наверное, будет опять тайское. Вот, наверное, туда куда-нибудь. Не, ну какое тайское? Фенхель не тайская да, штука. А тут смотрю, а фенхель это чей изначально? Средиземноморье скорее. Средиземноморье, да. Ну, груши наши тоже. Груши-то ваши. Точно. Мои. Да, посмотрим. Посмотрим сочетание. Фенхель у нас кто? Овощ? Считается? Да, это считается овощ, овощ, конечно. Вроде меня. Оп! 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 Тут откуда ни возьмись, появляется багет. Багет. Откуда ни возьмись. Слушай, ну в принципе, не, я, конечно, насчет груши, ты меня как-то поставил в тупик. Фруктовые супы, я знаю, бывают. Холодные вот эти фруктовые супы, да, вот я клубничные очень люблю. Ой, я тоже люблю клубничные. А, ну...
Но чтобы и фрукты, и овощи в одном супе? Или да только? Перестань, это сплошь и рядом. Сплошь? Например, ну назови мне. Я, может, конечно, ничего не знаю, но расскажи же мне, просвети меня скорее. Ну а что ты считаешь, фрукты? Это нормальный пищевой ингредиент, не только десертного свойства. Нет, это я с тобой согласна, то, что фрукты употребляются в кулинарии уже... Много... В кулинарии. В кулинарии уже много-много лет. Это я знаю, даже это я знаю. Но суп... Назови мне какой-нибудь... Хочешь молчу. Батончика? Молчу, ладно, молчу. Багетика. Мы про грушу, вот я говорю, что я ни разу в супе, в горячем, тем более фруктов, не наблюдала. А ты мне расскажи, ты говоришь, что это очень часто. Ну расскажи, какой еще суп делается с фруктами? И чтобы вот так вот, как и овощи, из известного. Ну, чтобы тебе было понятнее. Из популярных каких-то. Чтобы тебе было понятнее, скажем. Знаешь, что такое, дорогая, суп? Харчо. А, знаю, конечно, он из сливы делается. Вот видишь, слива — это что, овощ? Точно. Он не из сливы делается, добавляется сливовое, ну, или лучевое пюре. Да. Кемали. Да. Это же фрукт? Точно. Какой ты умный, вот, действительно. Правда, действительно. Ну хорошо, ну ткемали понятно, грузинская кухня. А это чья, в принципе, традиция? Да я не знаю, чья. Не знаю. Моя. Но почему вдруг груша? Ну, присутствуем при рождении. Я тебе говорю, когда-то у кого-то портилась груша. Традиция. Кто-то вот готовил этот суп из сельдерея и фенхеля. Видит, груша у него лежит одна. Есть уже ее как бы не хочется. Взял человек ее, почистил, и чтобы не пропадала груша. И в супец. В суп же все нужно. Чтоб в супе не... можно все спрятать. Чтоб не пропадала груша, ее отправил в суп Илюша. Да. О. В супе можно все спрятать, ты пойми. Как Салтыков-Щедрин писал про солянку. Помнишь, я тебе рассказывал? Да, помню. Солянку в России нужно есть быстро и не глядя. Вот и все. Я-то же буду смотреть. Что ты будешь смотреть? Ну, я уже все вижу и буду смотреть, как ты не глядя. Так, Илюша, давай, чтобы я не боялась, это во-первых. Во-вторых, чтобы я все правильно девчонкам передала. Посмотри-ка ты на меня. Дорогая, передай своим подружкам. Так. Что я сначала взял немного лука, слегка обжарил его на сливочном масле, без корочки. Потом добавил туда кусочки очищенного сельдерея, фенхель. И все это погрел вместе. Потом налил куриный бульон немножко и стал варить, чтобы они разваривались. А чуть позже добавил очищенную и вкусную сладкую грушу. Так. Сейчас все варится вместе у нас. В курином бульоне. В курином бульоне, совершенно верно. Но сначала-то ты сварил куриный бульон, вот что. Ну, это по умолчанию предполагается, да. Конечно, сначала надо сварить куриный бульон, потому что твои подружки не смогут налить куриный бульон, не сварив его, понимаешь? Вот с этого и начинай. Ты нам... скажи подружкам, чтобы они обязательно помнили, что если надо сварить, если надо добавить куриный бульон, сначала надо его сварить, потому что не получается налить бульон, не сварив его. Это очень важно понять. А еще скажи своим подружкам, что я сейчас лил сюда жирные сливки. Жирные? А что делать? А что делать? А вот скажу. Пусть страдают так же, как и я. Правда, что это я одна Конечно. Должна? Что ж ты, одна должна страдать? Да, нервничать. Пускай тоже со мной. Раз хотят рецепт, вот пусть все знают правду. А жирные сливки это сколько, Илюш? Ну, здесь 33. Да, это жирные сливки. Процентов. Но они так все смягчат, все соединят вместе. Ну, и ты снова будешь меня любить. Я тебя не прекращала любить. Ну что ты? Вот твоему Томасу, видишь, будет холодненькая вареная курочка. Только с кожей обязательно, чтобы можно жирнее, чтобы у него печень посадить быстрее, чтобы. Томас, ну он так не думает. Он любит быстрее тебя. Быстрее печень у него села. От жирной куриной кожи. Вот как рецепт подружкам повторить, так тебя упрашивать надо. А как вот на Томаса наехать? Позлорадствовать это... я да, люблю. Да, позлорадствовать, так не надо упрашивать. Я бы сказал, позлобствовать. Угу. Представляешь, как мне тяжело тебя любить, а я люблю. А это будет суп-пюре у нас все-таки? Конечно. Так, дорогая моя, ну ты ж, как же ты можешь, ты уже столько, понимаешь, возле меня уже, и я возле тебя уже столько, что... Тусуешься. Ну как ты можешь подумать, что это будет не суп-пюре? А вдруг? Ты знаешь, с тобой каждый день... Как на вулкане. Ну, поэтому... вот эти штуки чаще всего готовят именно к супам-пюре, греночки жареные, понимаешь? Но мне-то еще ни разу не готовил к супу-пюре греночки жареные, поэтому никаких упреков... Я не готовил? Нет. Я суп-пюре не готовил просто. Суп-пюре готовил, а греночки нет, поэтому... Значит, концепция не предполагала
Это вот. Было исключение. Ну так как же я могу по греночкам будущим, тем более, узнать, что это будет точно суп-пюре? А с простыми Потому что супами? Я нарезал, видишь, как не одинаково, произвольно. Ну как же я нарезал бы вот так вот для супа, для обычного? Посмотри-ка. Угу. А посмотри-ка. Можно... О, я придумала тебе, как возразить. Из своих... Возрази мне. Возражаю тебе. Вот есть у меня любимый гороховый суп. Мама готовит. Так. Абсолютно не суп-пюре. Вот такой, как так. Вот готовит она не пользуется никакими блендерами. Так. Ну вот она мне туда гренки делает тоже. Возражай. Но это святое. Ха-ха, молодец. Я не сказал, что гренки делаются только к супам-пюре. Но, очень, как правило, к любым супам-пюре делаются гренки. А пусть они делаются и к другим супам, не пюре. Можно. Ради бога. Слава богу. Ну ладно. Хорошо, так булькает. Ну, собственно, мы сейчас будем готовиться к финальной части. Значит, я сейчас беру этот хлеб, багет. Угу. Ну, вообще-то ты, конечно, прав. Ты знаешь, мне кажется, что сейчас все непрозрачные супы, они уже как-то превращаются в супы-пюре. Такая вот тенденция в кулинарии, да, наверное? Ну, потому что это очень европейская тенденция. Ну да, у них было плохо с зубками, наверное. Греночки. Ну, зато я теперь точно усвоила, что если вот такие ты... Кусище кладешь в суп, значит, это потом будет суп-пюре очень красивый и нежный. Правильно? Да. Вот. Конечно. Я сейчас маленький зубочек чесночка положу. Илюша, не в гренки, я в суп положу. Господи, боже мой. Ну, я в суп положу. Ну ладно, он груша. Он сварится, он не будет иметь характерного аромата чеснока. Ну ладно, груша. Ой, а целиком, ну ладно. Кстати, я вот в плове очень люблю чеснок. Ну вот видишь, это будет как в плове. Считай, что это будет для тебя, да, плов. Да, в сливочках. Конечно. Когда? Ты его не увидишь, правда. Ой, не увидишь. А хочешь, я сделаю плов когда-нибудь утром? Хочу. Жирный. Нет. На курдюке. На баранем, как положено, плов. Не хочу. Я сейчас тебя тоже напугаю. Напугай меня. Не пловом. Я сейчас начну тебя пугать, смотри. Да. Я иду сейчас к духовке. Я готова ко всему. И сейчас я... Так. Поджарю хлеб, не буду отсюда уходить, чтобы не забыть. Потому что я с тобой заговорюсь, засмотрюсь на тебя и забуду обо всем. Вот сейчас появится здесь корочка с одной стороны. С нижней или с верхней? С верхней, потому что я включил здесь в духовке такой верхний тен. Угу. Верхний. Подружкам не забудь рассказать об этом. Хорошо. Верхний нагрев включил. И уходить нельзя, потому что этот верхний нагрев работает очень эффективно. Я потихонечку к тебе схожу, а потом вернусь тут же назад. Вот. А я сейчас с одной стороны поджарю хлеб и принесу сюда к тебе. Буду делать очень одну преступную штуку. Да? Очень... А почему преступную-то? Ну, потому что... Не уйти ли мне к тому? Ты сейчас будешь ругаться на меня. Я буду ругаться? Да. А это будет преступление против меня? Против человечества. Против человечества? В целом? Да. Томас, ты должен меня поддержать. Как-то я... Сейчас вот уже. Он меня заинтриговал. Он. Уже иду. Ой, пришла мне в голову не новая мысль. Что я сделаю? А я знаю. Ну, как они поджарились хорошо. Очень классно. Ну, скажи, что я сейчас сделаю? А ты их, наверное, чесноком натрешь? Нет. Нет? Слава богу, тогда делай, что хочешь. Все остальное уже не страшно. Ни мне, ни человечеству. Я их натру маслом. Ну, маслом. Ну, я думал, ты испугаешься. Это уже лайт-вариант. Я думал, ты испугаешься. Не на пугливую напал. То есть можно вот так на самом деле. Вот, пожалуйста, делай. Не боюсь. Потому что здесь уже хлеб такой, видишь, поджарился, и он уже хрустящий. Поэтому пускай. У него в порах остается. Я так провожу куском масла, супер. И видишь, и оно да, очень. Остается. Кстати, надо взять на заметку. Иногда так хочется. Так, тебе. Помогаю. Вот, видишь? Да, активно помогаю. Я сейчас посыплю их немножко солькой. Я думаю, ты мне не запретишь солькой немножко их посыпать. Соль меня не полнит. Еще ни разу такого не было. Вот, а теперь... А теперь чесноком, да, с обратной стороны. Я их переверну. Так. Я не буду больше их мазать маслом, я только с одной стороны. И я сейчас еще погрею их с этой стороны, чтобы они здесь тоже стали такими... Такими же, как стой? Золотистыми, да. И все, и греночки будут готовы. Это все было преступление? Да. Слава богу. Ой... Преступление ничегошное.
все, следи за мной, чтобы я не забыл. Я слежу за того. За преступниками надо следить такими. Вот, а что в это время с грушей там происходит? Все разваривается. Я сейчас уже буду превращать это в пюре. В пюре. Все, так, там хлеб, 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 не забыть про хлеб. Да-да-да-да-да, иди туда скорее же. Я тут послежу за супом пока. Внимательно. Ну как? Гриночки ну будут шикарные. Да? Муа! Мы так, должны под гриночки отдельную тарелку предусмотреть. Ладно, чайку позже. Чего ты говоришь, тарелочку принести надо? Да, под гриночки надо будет давай. Тарелочку. Ой. Так, так, так. Большую? Да. Такую, Илюш? Ну, сейчас мы в нее салфеточку. Давай, пожалуйста. Положим. Клади. Чайку глотну. Ой, красивые. Красивые какие. Давай сейчас гриночки сюда. Давай. Сейчас вот так их. Знаешь, как мы сделаем? Ну вот так, вот так вот откроем. Так? Давай, давай. Ай, вот как ты умеешь укладывать красиво. Мне очень нравится, что ты так вот горкой укладываешь. Суперически. И так вот. Условно прикроем пока. Как будто мы не видим. Конечно, мы не видим. Как будто мы не видим. Мы, ну, а мы все знаем. Мы скрыли следы преступления. О! Ладно, никто не видел. Вот. Ох, я люблю тебя с блендером наблюдать. Ты так вот. Ты владеешь блендером, по-моему, в совершенстве. Мастер спорта по блендеру. У тебя черный пояс по блендеру, вон же. Не, у меня черный пояс по кулинарии. А, в целом. А, ну убиваю да. Одной котлетой. А надо на маленьких оборотах это делать, да, чтобы... Ну, это я боюсь, чтобы мне не брызгало сначала в лицо. И тебе, кстати. Нет уж, не надо мне. Ух ты! И ничего не брызгает. А потому что уже нет крупных кусочков, да? Ой, нет, чуть-чуть пошло. Шикарно. Илюш, а вот бывают супы-пюре вот такие прям густые-густые, а бывают такие... Жиденькие. Этот средней такой консистенции. А есть какая-то общая норма? Или вот как? Да как тебе душа ляжет? На миксер, на этот, на блендер. Ам. И я хочу ам. Не, погоди, не надо. Не надо? Не надо пока. Илюш, а вот ты на глаз все можешь туда накидать эти куски, ты знаешь потом, какая будет консистенция. А подружкам что сказать? Вот сколько чего надо и какой густоты в среднем этот супик должен быть? Я не знаю, консистенция, ну что, я не знаю, как сказать, что такое суп-пюре. Вот у меня нет слов, я не знаю, каким должен быть суп-пюре. Ну, просто ты пойми. Это водичка, которая тянется, как кисель. Вот, мама, как кисель. Вот, спасибо. Кисель. Прекрасно, прекрасное только сравнение. Только здесь крахмала нет. И понятно все. Ну, отлично. Ну, теперь понятно, что должно быть как кисель. Так. Дорогая моя. Ну что? Ты еще чего-то не знаешь. Да точно, я не знаю ничего, мне кажется. Чем больше я тебе задаю вопросов, тем больше я понимаю, ты чего-то у меня ведь не знаешь. Чего-то я у тебя не знаю. Может, и не надо мне это знать? Как красиво. Надо, дорогая моя. Надо, да? Вот ты, кстати, редкий повар, который любит делиться секретами своими, не только со мной. Ну и с подружками. Но, я уже об этом говорил. А теперь о главном. Так, так. Еще рыбка здесь просто. Да. Ох, буду я с Томасом делиться, чувствую. Ох ты, как красиво. Но непонятно пока. Илюш, расскажи, зачем ты это делаешь? Я это делаю, душа моя, чтобы тебе было хорошо. Опять? Да. Ой, красивую розочку ты сделал. Вот это да. Как художественно. Вот это тебе сейчас будет хорошо. Я тебя уверяю.
вот не ожидала. Ты знаешь, мне иногда кажется ошибочно, что я тебя уже изучила, и что я примерно знаю, что ты сделаешь в следующий момент. А тут бац! А тут бац, да. И вот тебе новый шедевр. Непредсказуемый ты мой. Ну, с другой стороны, нехорошо. Еще не все. Еще? А. Не трогай. А? Ой, а стоит ли? Не бойся. Верь мне. Да я тебе верю. Но перец-то перец, зачем же? Так не будешь мне верить, если... Так все нежно было. А так все нежно начиналось. И что это? Вот как! Вот это графично, как красиво. Тарелки мои, правда. Это графично и вкусно будет. Чуть-чуть дробленый перец, он не будет тебе жечь. Он даст немножко аромата. Сейчас мы все проверим. Доверяй, но проверяй. Еще зеленый. Ой. Ну вот это я знала, что ты сделаешь. Это вот... Ты... Тогда не буду. Но вот так графичнее. Ну делай, ладно, можно. Ну это уже, согласись, вот эта икебана уже такая известная. Она знала. Она знала. Она знала. Она знала. Ну все. Мне нравится. Сейчас посмотрим, понравится ли мне. Шикарно будет. Ты меня будешь любить. Смотрю, до обеда. Это ты для меня непредсказуема, а я что-то для тебя слишком предсказуемое стала. Ты меня будешь любить до обеда. Посмотрим, посмотрим. А ножики-то зачем? От забора и до обеда. А чтобы ты рыбку могла себе призануть, если надо, если придется. И это он предусмотрел. Господи, что ж такое придумать-то, а? Что ж такое? Держи. Учудить. Я тебе букет. Да вижу. Я несу супец, а ты неси букет и греночки. Греночки. Ой, командир. Давно я на завтрак такого вкусного супа не ел. Потому что самому лень готовить себе, понимаешь? Понятно. Ты у меня стимул. Нет уж, я лучше муза буду. Ты у меня, ну я имею в виду сначала стимул, а потом муза, понимаешь как? Да. Сначала я хочу тебе сделать что-нибудь вкусненькое, а потом уже ты мне в этом помогаешь своей, так сказать, музовостью. Тайс. Так, подожди, я тебе сейчас все буду делать. Сейчас я тебе все буду делать, дорогая моя. Так, я возьму рыбу из своей тарелки. Тебе сейчас сделаю сначала такую комплексную ложечку. Комплексную ложечку. Так. Ой. Комплексная ложечка. Комплексная ложечка. Не очень горячий? Я подую. Сама еще подую разочек. Так, дунь разочек в эту ложку. Я как дуну. Закрыла глаза? Закрыла, закрыла. Угу. Ам! Держи. Боже мой! Фантастика. Илюш, как тебе удалось это сделать? Просили меня подружки. Дорогие подружки, вы должны запомнить три ингредиента всего здесь. Крушу, фенхель и сельдерей. Сельдерея больше, фенхеля меньше, а груши еще меньше, чем фенхеля. Все эти штучки вместе с репчатым луком нужно слегка погреть в сливочном масле, а потом сварить в бульоне вместе со сливками. Но соотношение жидкости и вот этих вот овощей-фруктов должно быть таким, чтобы в результате у вас получился суп-пюре. Потому что потом вы его взбиваете блендером до однородной консистенции. При подаче надо положить кусочек малосольной рыбы или копченой рыбы и немножко черного перца. А вот мне рецепт не нужен. Я даже опять ничего не запомнила. А самое главное, что у меня есть ты.